Сегодня у всех на устах вот эта история с тем, что белорусский спортсмен, участник сборной Беларуси, пронес российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио. А в Московской области тем временем открылись всероссийские соревнования паралимпийцев. И Валентин Горшенин наблюдал за ними, узнал мнение участников о поддержке сборной Беларуси на Паралимпиаде. Они развернули, я напомню, российский флаг на церемонии открытия. Белорусский спортсмен пронес российский флаг на открытие Паралимпийских игр. Сейчас могут всю белорусскую сборную снять соревнований. Вообще, как слова поддержки или как вот действия, как вы вот оцениваете это? Слова поддержки. Они очень молодцы, что сделали это, как это запретили им, но они кто-то со мной это сделал. Мы находимся сейчас в Новогорске. Здесь проходят как раз соревнования для паралимпийцев, которых не пустили на игры. Ну, вот буквально несколько минут назад мы узнали о том, что белорусский спортсмен пронес флаг на открытие игр. Их могут сейчас всю белорусскую сборную снять просто. Как можете прокомментировать этот, можно сказать, смелый поступок? Теперь могут наверняка и сборную всю Белоруссии снять. Ну, я считаю, что это достойный поступок с их стороны. Потому что я считаю, что нас полностью необоснованно тронили. И они как бы проявили такой знак уважения к нам. В этом зале проходит соревнование по фехтованию. Что интересно, и мужчины, и женщины одновременно. Как оцените вообще поступок своего соотечественника, который пронес флаг сборной России, который был снят с соревнований? Ну, очень положительно оценен. То есть, как бы, знаете, на такой шаг, я думаю, не каждый бы. Не знаю, я не видел, кто там конкретно нес, но я думаю, что на этот шаг не каждый как бы, человек решился бы, так как знаю сейчас отношения Международного паралимпийского комитета к России.